Всем привет, вы на канале 3Toplay, с вами я, Кристина. И Алексей. И сегодня нашему каналу полгода. Фанфары, там-парабам. Поэтому это не просто обычное полезное видео с CC-подборкой, это также наш небольшой такой полуюбилейный праздник подкаст. Да, празднуют все. Для тех, кому не интересно слушать, что мы тут будем болтать, мы глубоко уважаем ваше мнение. Вы можете сразу перейти к поэпизодной разбивке и выбрать те вещи из подборки, которые нравятся вам, которые вы хотите скачать. Но мы надеемся, что вам интересно нас слушать. Пожалуйста. А для тех, кому интересно нас слушать, скажу, что тематикой данной подборки у нас выступает Жозефина, и мы главным образом одеваем ее в модное барахло. Почему мы это делаем? Может быть, кто-то уже догадался, вспомнил о том, что был такой паренек, сын Виктории Бекхэм, Бруклин, в которого наша Джо была влюблена без памяти. Но у нее есть конкурентка. Да, Бритни. И мы, Бритни, безусловно, будем развивать эту линию. И Джо хочет быть во всеоружии, хочет пленить Бруклина. Мы готовим ее, собственно, к этому. И ударить в грязь лицо, да, Бритни. Также, прямо лицом в грязь. Также в эту подборочку попали несколько причесок, пара обуви, немножечко мужского CC-контента и там какие-то висюльки. Но это в конце. Потом покажу. Мужской CC-контент, висюльки. Странная подборка у нас сегодня, ребят. Ну вы смотрите. А для тех, кто еще не подписался на наш канал, хочу сказать, что сейчас самое время это сделать. Не забудь про колокольчик, да. А теперь все смотрим котиков. Котики. Ну что же, посмотрим саму подборку. Первый автор, работы которого мы будем смотреть сегодня, это Римингс или Раймингс. И это платье от Шанель. Пишите, как правильно его зовут в комментариях. А то мы... Мне кажется, это вообще девушка. Её. Не суть. А, суть в том, что все лоты в листке, где они будут прописаны, идут в том порядке, в каком они представлены в подборке. То есть вам не нужно будет долго думать. Искать. Да, номер, который будет в эпизоде, думать вообще не соответствует нужно. Номеру подборки. Да. Купальный сет. Такой красивый, интересный. Меня вот единственное, что смущает, это просто какая-то бляшка или это сумочка поясная. То есть кто-то купается прям с поясной сумкой. Ну, может быть, там маска, конечно, для ныряния, не знаю, что в ней может быть. Маска для ныряния. Ну, тебя не смутило поясная сумка? Оставим твою фантазию. Да, да, ну, я не знаю просто, зачем поясная сумка для купания. Да, зачем нужна кружева для купания, ты мне объясни. Кружева? Это красиво. Красиво? Ну, это может быть так романтически, я такой сказал, настрой создать. Я бы сказал такое, ну, ладно. Хотя, как пусть, бы, пусть будет. Хотя, на мой взгляд, не очень практично. Смотрим дальше. Ну, какой классный костюм. Кстати, на Джозефине на фоне вот именно из этого костюма одна из расцветочек, видишь? Да, тигровая. С тиграми. А мне что-то захотелось. Может, Sleeping Dogs играем? Вся что-то тематика. Мне почему-то тигров захотелось таких на японский манер, не знаю. Это Sleeping Dogs, это китайцы. Ну, мне захотелось таких тигров. Пожалуйста, не думайте, Кристина не хотела никого обидеть. И вот. А это такой винтажный, смотри, как классный. Я думаю, винтажный пиджачок и куда шорты. Куда шло бы, Ларисе, больше. Ну это не проблема, понимаешь? Дело в том, что Джозефина может совершенно спокойно пользоваться, я думаю, гардеробом Кларисы, потому что я у них плюс-минус один размер был. Был. Когда Клариса родит, размера у нее уже такого не будет. Давай пока показываю эти вещи, давай немножко расскажем о том, что же все-таки будет происходить. Пижамка. Да, пижамка. Ну, у Джозефины просто такая пижамка, что я решила, может быть, ей подыскать какую-нибудь более приличную. В смысле приличную? Ну, без надписи Playboy на груди. Может, ее любимый журнал? Ее любимый журнал? Ну да. Дольче Габбана. Кстати, что нравится мне, что расцветки здесь именно те, которые действительно используют вот этот модный дом, да, в своих работах. То есть автор, они любят вот эту цветочную автор тему. Автор слезал так, что не прикопаешься. То есть прям... Ну, они реально круто повторяют работу. В общем, девчонки, создаем свою симку с себя, любимой, и надеваем ее в эти модные... И визуализируем. Да, тренды, и наслаждаемся. А потом выглядываем в окно. Гуще, по-моему, здесь, да? Да? Я не совсем помню, но мне нравится, классно. Очень круто. Отсюда я Джо тоже подобрала образ.
с этой кофточкой, с джинсами. Такой прикольный тоже получился. Интересно, а как бы ты это выглядела? Я не знаю, я не ношу мини. Вот это странное платье, но я его все равно оставила. У него какая-то дырка сбоку. Ну, это типа стилистический ход. Ну, видишь, как будто кто-то выгрыз. Может быть, просто моль. Утюгом гладили просто. Моль выгрызла и... И кружева после себя кружевами зашила. Ой, извините, я лишнего съела, да. Ну, я-то работаю. Вот и, пожалуйста, я зашила. Ну, по-моему, опять очередная шанелька. Да-да-да, так и есть. Ну, мне вообще нравится вот ты это. Ты чувствуешь, запахло Францией. Следовая клеточка, да. Вот эта вот красивая, использована. Я просто в восторге. Я сегодня наслаждалась вот этими прекрасными вещами, когда я их скачивала. И жаль, что не все удалось мне еще посмотреть в игре. Я только начала. Я говорю, а это другой автор. Это рабочий уже. Костюм. Нет, это... Это уже другой автор. Смотря кем вы работаете. Это, говорю, уже другой автор. А, это же не Риммингс. Риммингс. Это уже другой автор, да. Вот Саборо, видишь? Саборо. Не знаю, что это за автор. Я, честно говоря, первый раз вижу работы. Ну, так. В основном, конечно, на Patreon все работы этого автора не за денежку, но несколько вот мне удалось найти тоже вот. Раздает с барского плеча. Нет, я нашла их именно бесплатно, которые были. Я платные никогда не раздаю бесплатно. Искали Собора за бесплатно. Девчонки, мы мальчишки, если нас смотрят, тоже качаем, не стесняемся. Когда еще такое будет? Вот тоже его вот еще и от автора работа еще одна. Ну, это он, она, не знаю, классный такой пиджачишка, жакет, да. На зиму. Слушай, можно, как зимнюю одежду, очень круто. Мне кажется, ей пойдет, что за фильм. Блин, я бы себе такой купила. Я бы себе такой купил, что там говорить. Тебе-то зачем женский? Все, что женское, станет мужским. Как и наоборот. Унисекс мода, да, в последние годы? Да, сейчас уже. А это такие штаны мне напоминают, у меня в молодости такие были, вот с такими вот застежками по бокам. Только там не было вшито никаких цветных элементов, они просто расстегивались. Нужно было вшить. Вот, мне тоже кажется, нужно было вшить, это было бы очень круто, был бы такой клёш. Ну давай искать штаны твои детские, будем вшивать. Да где же они уже давно в помойке? По чаду в базе. Вот это очень такой пикантный комбинезон. А мне нравится. Я люблю комбинезоны. Кто любит комбинезоны, ставьте лайки. Я думаю, что... Забыла. Бруклин, он тоже понравится. Бруклин, если не понравится, ты не парень больше в моих глазах. Вот. Вот новый тоже для меня автор. Нашла такой, не знаю, корейская тема. Что это? Baby Tears, видишь, написано. Baby Tears, так это автор. Видишь, да. Смотри, какие штуки странные, но классные. Не знаю, мне понравились. Я решила, что это для каких-то тусовочных, там, молодежных тем. Вообще, девушку брата нашего Дьюи можно нарядить в такие наряды. У него нет девушки, она никогда будет не будет. Да, не будет у него девушки. На что ты намекаешь? Я намекаю, что он неудачник. Но у него, вот, ну, смотри, сам это знает. Выдающиеся части на топе. Я думала, это, может быть, так сняли, а это так прям прорисовано. А вот, собственно, одежда что? Уже для Дьюи. Смотри, какая милая. Ну, рубашка с ромашкой. Да, парень из аниме, которому ничего не светит. Ну, да. В слушай, этом... прям как попали в него, прям хорошо. Так вот. Я подобрала, вот это следующий автор, не помню, K-Creation. Ну, это, конечно, тренды. Фу, ты что же я тренды и бренды сегодня местами все время меняю, два слова. Бренды. Не слушайте, Кристина, не надо. Ладно. Смотрите, не картинки. Слушайте, Кристину, да. Вот это смотри, прям гиковская тема. Это моя тема. Рубашка была у меня такая. Гиковская тема такая для настольщика, для анимешника. Вообще самое то, мне кажется, очень подойдет для Дьюи. Сейчас она меня в эту категорию меня закинула. Хотя да, наверное, попала в точку. А это... Платье. Снова платье, но хорошее. Это от отдельного автора, поэтому я его просто... Не могу прочесть. Кек, кик, как его? Не помню название, но там подписано все в этом описании. Я, ну, на маленьком экранчике не вижу. Клёш. Риджпорт, автор. Вспомнила. Клёш такой мужской. Можно Леониду на какой-нибудь такой праздничный... наряд. Можно мне купить. Мы в Питере, что нас холодно. Тебе зачем? А это просто сет одежды. Очень странно мне случайно попался. Автор New Crest, по-моему. И просто тут разные расцветочки. Там на Джозефине в начале ролика есть сарафан из этого сета. Можно посмотреть, как он выполнен. Ну, текстуры как выполнены.
Клёш еще один, что-то меня несет в эту ретро-тематику. Клёша. Она просто купила на себе клёш, поэтому везде сует. У меня палаццо, а не клёш, не путай. Разные фасоны. Все, взял. И ты раскрыл карту, что я не разбираюсь. Да, да, я не разбираюсь в одежде, да. Обувь обещанная. Вот такие вот очень классные нашла я боты с гетрами. Ну и так. С гетрами. Ну, стилистически куда-то подойдут. Просто... Любите боты, любите гетры, хотите объединить, и пожалуйста. Просто ботиночки высокие. Ну, такие молодежные. Попались мне, почему бы нет. Для Джо, я думаю, будет в самый раз. Панки Хо и так далее. Ну вот. И прически, конечно же. Прически. Я же обещала прически. Причесок будет немного, всего будет три штучки. Нет, только женские. А-а-а. Будет три штучки. Вот такая вот. Угу. Это аниме вумен. Аниме. Я все-таки хочу, чтобы у Дью появилась девушка. Я смотрю по каналу, мы так и не поговорили. Да? Ну да, да ладно. Не поговорим мы по каналу, ну или поговорим. Это же Джули Робертс? Нет, это просто волосы, прическа. Волосы Джули Робертс. Почему Джули Робертс? Я не видела у Джули таких волос. Не знаю таких. Мне кого-то напомнило. Просто прически. А вот это вот, кстати, дополнение. У нас в группе 8 августа выйдет CC-подборочка в стиле киберпанк, апокалипсис. Ну вот, я ее показываю. Она еще не вышла, она только выйдет в воскресенье. И вот это вот бонусом к этой подборочке лот. Да, это, кстати, тоже. Это с Резика 2. А, вроде как... С Резика 2. Не знаю, Resident Evil Resistance. Что это, киноша? Да. Да, вот оттуда взяты вот эти наряды. И мне понравились. А это для Кларисы, для детеныша. Детеныш родится, надеюсь, будет девочка. Надеюсь, будет. Смотри, какая не прелесть. Ну, это тоддлеры. Я шаманю на девчонку. Всем тоддлерам. Вот, и наконец сейчас весюльки. Я покажу, да, что весюльки, такое. Да, весюльки, про которые... Вот это что! О, господи. Вот. На этом, друзья, наша подборка заканчивается, но я хочу еще кое-что сказать. Это же весюльки из киберпанка. Да, мне понравились весюльки. Вам я понравились весюльки из киберпанка? По группе. У нас в группе буквально на этой неделе, на той, на этой случилось событие. У нас 300 подписчиков в группе. Юху! Мы хотим всех поблагодарить за участие, за то, что вы доверяете нам, приходите к нам в группу. Мы плакали, когда увидели цифру. Мы сделали... альбом в группе, да, который называется «Ваши персонажи». Можно разместить туда своего персонажа, если вы хотите в дальнейшем видеть его в каких-то проектах и челленджах на наших каналах. Ссылочка на группу в описании. Только подписывайтесь. Не... И всем спасибо пока, за пока. Просмотр. Пока, подписывайтесь. Пока.